Итак, всем привет, мы продолжаем. Не получилось у нас в третьей части пройти, в третьем видео точнее, пройти полностью этот сценарий. На данный момент 85% готово, поэтому мы продолжим. Нам нужно еще две запчасти докупить, чтобы вернуться в ту шахту. На дне ствола Соломон увидел проблеск золота, возможно, безумец выбросил туда свои пожитки. К сожалению, больше ничего разглядеть внизу не удалось. Так, еще нам надо три. Можно кому-то, видите, приказать спуститься вниз, но я не хочу, чтобы еще кто-то помер. Нам нужно еще 5 запчастей, и мы пойдем их и купим. И вернемся в эти шахты. 5 штук нам нужно. Эликсир живучести постепенно восстанавливает здоровье. Хорошо. Еще один обнаружитель. Порошок мандрагоры. Пять. Есть. Отлично. Хорошо. Теперь идем в эти две шахты. Посмотрим, что там. Заработаем золото. Хотя я... уже я даже не знаю, зачем нам нужно золото. Посмотрим. Очень скоро кран был восстановлен. Соломон забрал золото. Он остановил кран. Он оставил кран в целости, чтобы им можно было снова пользоваться, когда безумие покинет эти земли. Хорошо, мы получили 75 монет. Давайте посмотрим, сколько получим мы еще здесь. Построим лестницу. А Соломон соорудил примитивную лестницу, которая позволит ему спокойно достать ценные вещи со дна ствола. К сожалению, сразу после этого лестница сломалась. Мы получили еще 75. Неплохо. Я думаю, мы обыскали уже все и идем по основному квесту. Нам бы сразу эти шахты найти, блин, они. И давайте займемся исследованием метеорита. Соломон ломал голову, как использовать метеорит для лечения безумия. Он чувствовал себя на пике интеллекта. Благодаря неустанным прозрениям он генерировал одну удачную идею за другой. «Хорошо, Эврика!» — вскрикнул Соломон, закручивая последние болты в своей машине рассудка. Затем он собрал Пинкертона в лаборатории и объяснил, как все включить. Хорошо, начать бой. Давайте начнем бой. Интересно, какой только и с кем. Они вернулись с метеоритом, преследуемый по пятам предшественникам Трумерклифа. Соломон забрел машину, которая могла лечить недуг, но безумцы уже были у них на хвосте. Хорошо, давайте посмотрим, что за безумцы, сколько их и какие условия победы. Думаю, опять продержаться несколько ходов или что-то в таком духе. Когда безумцы подступили, Делир заканчивал свой венец творения. Вот как. Если бы можно было передать энергию машине, это обратило бы действие метеорита. Они бы излечились или погибли. В любом случае, это бы остановило их. Хорошо. Сам он должен использовать нужное количество рычагов. Осталось 5. Так, добро, давайте посмотрим, где у нас эти рычаги находятся. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, давайте пойдем к этому ближнему. Врагов пока не наблюдается. Соломон вернул часть энергии, но ее не хватало, чтобы запустить машину. Это понятно. Так, встанем как-то так. Еще бы знать, откуда они все повалят. Ясно, через главный вход. Хорошо, пойдем сюда сейчас. Я так поднимаю, они опять-таки будут бесконечно тусовать.
Ничего себе, блин, обнаглели как, а? Что творят? Шесть человек уже, нифига себе. Семь. Блин, много? Так, давайте, пожалуй, мы как-то свалим отсюда. Так, ну здесь защиты нет, я смотрю. Давайте сюда спрячемся. Так, отсюда мы не видим врагов, хорошо. Так, отвага. Чтобы больше, чем больше врагов в поле зрения при активации умения, тем лучше бонусы вы получаете. Хорошо. Хорошо. Так, ты кого у нас видишь? Двоих. 59% урон 6. Ну давайте стрельнем, что-то. Нет. Ничего у нас этого не вышло. А, хорошо, сюда мы можем зайти только через главный вход, да? Окей. Нас забрало два хода сразу. Фига себе. Так, снайпер, снайпер, снайпер. Так, что здесь нормально. Ну, снайпер будет отбивать их, да. Пускай будет так. Хотя, блин, я вот не подумал. Надо было, конечно, спрятаться. Было бы неплохо. Ну, ладно. Да что такое, блин, я ж в укрытии был, нет? Так, хорошо, мы ходим. А, что у нас есть? Так, это переливание, нам это сейчас не тема. Уравнение шансов, это вообще у всех будет по одному, нет, спасибо. Так, это наш снайпер, и нам его надо куда-то заныкать. Только вот не знаю куда. Уж очень тут все как-то так открыто. Так, я не знаю сейчас. Давайте подумаем. Тут, ну, тут мы вроде в укрытии минимальном. Так, давай, мужик, только сделай все правильно. Так, урон 6. Ну, давайте попробуем. Есть, попали. Это хорошо. Так, крик. Мы пока видим одного. Я не знаю, стоит ли их всех убивать, не подойдут ли новые. Может сразу бежать, нажимать на рычаг. Давайте сделаем так, пожалуй. И стреляем. Отлично. Хорошо, снайпера надо спрятать. Куда-то вот, давайте его сюда поставим, не знаю. Перезарядимся.
Так, мы уже вроде троих загасили, да? Так, и здесь мы никого не видим. Так, золотая пуля. Урон 5, как раз хорошо. Это то, что нам надо. Удача 50. Супер, вообще. Просто обалденное умение. Серьезно. Лучше не бывает. Так, рикошет. Что мы можем рикошетом? Так, сюда нам ничего не дает, да? Надо что-то использовать. Моментально повышает удачу, но у нас с удачей так все хорошо. Целебный эликсир полностью восстанавливает здоровье. Уравнивать шансы мы пока не будем. Хорошо, давайте мы сюда отойдем. Так, и этого чувака мы куда-то, может быть, спрячем. Или хай тут сидит. Нет, давайте мы уйдем. Пускай они зайдут внутрь. Не будем лишний раз подставляться. Так, хорошо, и с этим что делать тоже пока непонятно. Давайте так сделаем. Пока. Нюхатель табака улучшает передвижение. Доза опиума. Передвижение уменьшает, но... Да, опиум хорошо, мы его сожрем. Ходите, чуваки. Сколько вас там осталось? Двое, да? Чем больше врагов в поле зрения при активации умеет, тем больше бонусов вы получаете. Я не знаю, давайте... А, что-то она пока не работает. 5 урона. Так, 3. 2 по 6. То есть так 6, так 5. Я думаю, давайте мы так выстрелим, наверное. Так, раз, есть. И давай второй раз. Отлично. Но он еще жив. Давайте поможем. Отлично. Трумерклифф застыл и замертво рухнул. А, это был Трумерклифф. Я даже не заметил, если честно. Так, 41-46, что-то вот не сильно точность. Хотя, знаете, 46%. Мы можем вопль этот использовать, это будет более эффективно. Супер. Более эффективно, чем наш выстрел. Ну и снайпером мы его прикроем. Естественно, мы где-то его, не знаю, спрячемся где-то здесь. Окей. Так, еще один товарищ, Мы пока стоим здесь. Давайте их поубиваем. Супер. Окей, давай, мужик, дергай за рычаги.
Так, и еще один. А, он целый ход забирает. Окей. И там еще два. А, то есть нам не обязательно все, да? Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, ну давай, я же говорю тебе, в этого стреляй. 29%, ну как-то не очень вообще. В принципе, ожидаемый результат, окей. Я должен угадать, какие рычаги нажимать или что? Или здесь есть какая-то неправильная комбинация, может? Ну тут мы, наверное, попадем. Хотя не факт. Раз. Давай второй раз попади в него, пожалуйста. Нет. Не знаю, в принципе, мы можем подойти, чтоб он нас уже не мучил. Супер. Так, хорошо, я так понимаю, их больше не будет, или, ну, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Давайте ближе подойдем. Окей, пока все хорошо. Ну тут, видите, есть несколько рычагов, их на самом деле больше. Я вот не знаю, сейчас посмотрим, есть ли тут правильная комбинация, либо нам просто дают возможность выбора для того, чтобы нажать правильный. Ой, неправильно, вообще, в принципе, определиться со стороной. Так, куда ты побежал? Я вообще-то не этим хотел походить. Да ладно, раз так. Давай, нажимай. Соломон вернул свою энергию, машина заработала. Как насчет остальных рычагов? Вдруг ослепляющая вспышка озарила все вокруг и ударила молниями. Сила метеорита отныне обращена, завладела каждым разом в округе. Все окрестности освободились от оков безумия, словно ничего и не было. Ура! Одни проснулись будто от дурного сна, другие смотрели в изумление. Кто-то попадал. Попадал замертво, да, там было написано «попадал». Восстанавливать город агенты вернулись с подмогой через несколько недель. Безумие настал конец. Дилер пообещал охранять машину, пока она не понадобится снова. Сценарий пройден. Ура, наконец-то. Очень классный сценарий, на самом деле. Очень было интересно. Ни на секунду не было скучно, честно скажу. Очень прикольно. 100% мы прошли, видите, открыли все какие-то приколы. Здесь мы вот одного не открыли. У нас открылся новый сценарий. Я думаю, в следующий раз мы будем проходить закон и порядок. Покоренный силой метеорита для исцеления безумия было величайшим триумфом Делира, и Гранд Инквизитор Сервантес намерен уничтожить этот триумф полностью. Смотрите, как Сервантес выслеживает и лишает жизни помощников Делира, попытки убить самого изобретателя. Вот такой вот у нас появился коварный человек. Я думаю, что на этом мы закончим. Естественно, в эту серию уже новый сценарий лепить не буду. Спасибо за то, что смотрите видео. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. До свидания.